5 фактов о кофе, которые вы, скорее всего, не знали. Кофе – любимый во всем мире горячий напиток. По подсчетам, каждый день по всему миру выпивается 2 миллиарда чашек кофе. Жители Италии пьют по 10 чашек кофе в день. И в среднем живут по 100 лет. Может, кофе не такой уже и вредный? Мы нашли 5 причин, из-за которых вам прямо сейчас захочется сделать чашечку кофе. В качестве бонуса мы приготовили для вас уникальный рецепт кофейного напитка. Факт номер один. Кофе усиливает мозговую активность. Кофеин в кофейном зерне стимулирует клетки мозга. И даже маленькая чашечка кофе способна сделать из вас мини-гения. Особенно это хорошо работает в комбинации с сахаром, с глюкозой. Мозговая деятельность ускоряется, и это отличный вариант справиться с послеобеденной сонливостью. Чашечка кофе, и ты опять в строю. Кофе с шоколадным батончиком уже кажется хорошей идеей. В зависимости от времени суток, кофе способен зарядить энергией и придать бодрости. Снять накопившуюся усталость вы даже не заметите ее, ведь кофеин стимулирует нервные клетки, и вы сможете без труда завершить начатое. Номер два. Кофе повышает кровяное давление. Всего лишь одна чашечка кофе поможет побороть приступ гипотензии. Ситуацию, когда давление падает слишком низко. Пейте чашку кофейного напитка с каждым приемом пищи, чтобы повысить давление. Казалось бы, простая рекомендация, но она поможет заметно улучшить качество жизни. Факт номер три. Кофе укрепляет иммунитет. Отличный повод совместить приятное с полезным. Кофе – источник питательных веществ и полезных элементов, а также сильный антиоксидант. Это помогает организму бороться с всякими вирусами и бактериями. Ученые доказали, что кофе делает иммунную систему крепче и здоровее. Рекомендуется выпивать 3-4 чашки кофе в день для профилактики рака и Альцгеймера. Номер 4. Кофе обладает обезболивающими свойствами. Благодаря кофеину, который содержится в шоколаде, какао и в некоторых медикаментах, кофе облегчает головную боль. Кофе ускоряет и усиливает действие препаратов на 45%. Факт номер 5. Кофе уменьшает стресс и улучшает настроение. Даже запах кофе может успокоить и убрать раздражительность. По утрам кофе бодрит, а во время работы повышает концентрацию и улучшает память. Он помогает справиться с физическими нагрузками, высвобождая энергетические запасы организма. И обещанный рецепт кофе. Эспрессо-тоник – самый крутой ночной коктейльчик. И безалкогольный.